Зовут меня Ирина Владимировна. Сегодня мы начинаем изучать новую для вас дисциплину – статистику. Что же такое статистика? Как вы думаете? Это количественное измерение чего-либо. Хорошо, правильно, пожалуйста. Ирина Владимировна, я думаю, что это сбор информации о чем-либо, систематизация информации, возможность расчетов среднестатистических данных. Очень хорошо. Таким образом, мы выяснили, что статистика – это общественная наука, которая изучает количественную сторону массовых общественных явлений, неразрывной связи с их качественной стороной в конкретных условиях места и времени. Как вы думаете, зачем нужна статистика? Ну, я думаю, наверное, чтобы можно было спланировать свою жизнь. Хорошо. Еще? А я считаю, что можно, наверное, имея такую информацию, спланировать вид деятельности, которым я хотела бы заняться, да, там, спрогнозировать свой бизнес, потому что знание, что нужно, что, какая потребность, да, в стране, там, в чем-либо, помогает мне принять решение. Очень хорошо, молодец. Пожалуйста. А я считаю, что статистика нужна для того, чтобы иметь возможность скорректировать свои действия и свои планы. Молодцы. Таким образом, мы выяснили, что статистика нужна и для простых людей, и для будущих бухгалтеров, для менеджеров. Для чего? Для того, чтобы мы получили с вами объективную, реальную картину. Для того, чтобы мы с вами могли принять правильные управленческие решения, для того, чтобы мы с вами могли спрогнозировать свою жизнь, то есть статистика нужна всем.